10 лет спустя ровно столько прошло с последнего приезда в Автоград известного музыканта, пианиста Дениса Мацуева. Новый визит вызвал ажиотаж, и билеты разошлись за считанные дни. Если в прошлый раз Мацуев представлял сольную программу, то в этот выступал с друзьями. Чем артисты покорили челнинскую публику, узнаете в нашем следующем сюжете. Мы находимся на трассе Париж-Дакар. Я выполняю роль штурмана в гениальной машине КАМАЗ. Я член команды КАМАЗ-мастер. Это невероятно! Такое видео представил Денис Мацуев своим поклонникам в интернете. И неспроста, ведь свой визит в Автоград музыкант начал с посещения автогиганта и команды КАМАЗ-мастер. Сам концерт состоялся при поддержке КАМАЗа и лично Сергея Кагогина. Я очень рад, что когда-то там давно мы обсуждали, при первой возможности постарайся к нам заехать. Потому что я считаю, что наш город достоин самых известных знаменитых музыкантов. Концерт был посвящен Международному женскому дню и стал своеобразным подарком. 250 билетов были распределены среди сотрудниц автогиганта, 90 среди воспитанников музыкальных школ, остальные поступили в продажу. Программу «Классика и джаз» открыла импровизация. Но на сцене Денис Мацуев был не один. Компанию ему составили известные музыканты и совсем юные, но уже опытные артисты. Победители конкурса «Синяя птица» в возрасте от 9 до 12 лет продемонстрировали свои таланты. Кстати, челнинские дарования тоже смогут попытать свое счастье. В следующий раз Мацуев обещал приехать с профессорой Московской консерватории в рамках проекта «Новые имена». Проведем мастер-классы для одаренных детей из этого региона и будем, так сказать, за ними присматривать, вручим их стипендии, пригласим их в школу в Суздале нашу знаменитую. Так что я не хочу терять вот здесь эти контакты. Может быть, с педагогами обязательно познакомимся. Так что это начало большой дружбы. На протяжении всего вечера челнинская публика тепло принимала каждого исполнителя. Сам Денис Мацуев отметил, что скучал по аудитории, в восторге от зала и его акустики, а в завершении обещал вернуться. Ксения Шулакова, Михаил Матвеев, Челны-24.